Первоуральские депутаты попросили заменить руководство городской больницы. К такому решению Дума пришла на повторном заседании, посвященном готовности медучреждений к вспышке коронавируса. Чем вызвана такая радикальная мера, расскажет Алексей Вербицкий. Документы в руках, маска на лице, экипировка к очередному заседанию Думы. На нем вновь говорят о коронавирусе, отчитывается главврач городской больницы. Уже второй раз за неделю. Так решили депутаты. Персональный учет случаев острых респираторных вирусных инфекций и их лабораторное обследование проводится в следующих группах. Это лица старше 65 лет, лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, медицинские работники один раз в неделю, которые имеют риск заражения коронавирусной инфекцией. Доклад длится полчаса, а на вопросы депутатов главврачу уходит еще час. О тестировании на коронавирус медиков в спецбригадах для больных COVID-19 и в целом о готовности учреждений здравоохранения к новой инфекции. У вас медицинские работники, ну это значит врачи, медсестры, там, санитарки, их количество какое? Назар Галат принес на заседание фото, которое сделал с улицы. На снимке работник Первоуральской больницы без маски. Также депутат обеспокоен ситуацией с госпиталем для больных коронавирусом. У нас не хватает оснащения оборудованием. Если оборудование и будет оснащение, то оно уже будет, там, как сказали, в конце мая, в начале июня. При какой-то взрывной ситуации мы не сможем, так скажем, быстро отреагировать. Вопросы остаются и у других депутатов. Заслушав сегодня доклад, мы сделали вывод, что не созданы безопасные условия труда для наших медицинских работников. Не в полном объеме реализуются меры профилактические. Мы считаем, что предварительная работа проведена не в полном объеме. Те меры, которые предпринимались, недостаточны. И поэтому мы приняли решение обратиться в Минздрав региона с просьбой вмешаться в создавшуюся ситуацию. Депутаты намерены просить Минздрав о замене руководства Первоуральской больницы. Николай Шайдуров комментирует решение в перерыве заседания. Я совершенно не согласен. Сделано очень много для того, чтобы мы могли оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И мне абсолютно непонятно, что сегодня происходило. Депутаты рассмотрели 15 вопросов, многие из них связаны с коронавирусом. К примеру, перенесли личные приемы избирателей. Режим самоизоляции никто не отменял. Алексей Вербицкий, Александр Захаров, новости, Первоуральск.